14 августа в России отметит День строителя. Торжественное мероприятие, посвященное праздничной дате, прошло в Твери в четверг, 11 августа. В ДК «Металлист» собрались работники и ветераны отрасли, представители органов власти, руководство профильных предприятий. Уже с самого утра возле ДК «Металлист» было очень оживленно. Во Дворец культуры заходили празднично одетые мужчины и женщины. Возле входа стояли образцы техники. В фойе были развернуты стенды 16 предприятий, осмотрев которые, становилось понятно, кто совсем скоро отметит свой профессиональный праздник. Это представители одной из самых мирных и почетных профессий, которые заполнили концертный зал. Свое приветствие им направил глава региона. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем строителя. Строительство – это призвание трудолюбивых и ответственных профессионалов, руками которых созданы жилые кварталы и промышленные предприятия, общественные, деловые и торговые центры. Желаю всем строителям новых достижений, успешной реализации перспективных проектов в интересах Тверской области и всей страны. Здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким. Глава Тверской области Игорь Михайлович Трудыгин. Тверь – классический пример муниципалитета, который активно преображается благодаря ежедневному труду этих людей. Жилые кварталы вовсю растут во всех районах областного центра. Постоянно возводятся и общественные здания. Строительная отрасль – это не только строительство жилья. Мы видим это и строительство общественных мест, и строительство социальных объектов, это больницы, школы. Сегодня строительная сфера является одной из самых ключевых отраслей экономики Верхневолжья, где активно создаются рабочие места, обеспечивается спрос на товары и услуги для смежных предприятий, внедряются инновационные технологии. Мы следим за тенденциями, за развитием и занимаемся строительными материалами. Сейчас, как никогда, очень важно производство новых современных строительных материалов, отвечающих всем требованиям как по безопасности, по энергоэффективности. В ходе торжественного собрания лучшим представителям отрасли были вручены региональные награды. Так, почетной грамотой губернатора был награжден прораб компании «Огнистрой-Тверь» Геннадий Гуников. Благодарности главы региона объявлены слесарю комбината стройконструкции «Ржевский» Валерию Королькову, а также главному бухгалтеру строительной фирмы многофункционального жилищного комплекса «Тверь» Татьяне Носовой.